Окончил Иркутское театральное училище в 1978 году. Руководитель, мастер курса, народный артист РСФСР Виталий Венгер. С 1978 по 1979 годы служил в Оренбургском областном драматическом театре имени Горького. С 1979 по 1983 в городском драматическом театре Сарапула. С 1983 по 1996 в Кустанайском драматическом театре. С 1996 по 2006 годы вновь в Оренбургском областном драматическом театре имени Горького. С 2006 года снимается в кино и сериалах в Москве. В 2011 году был выдвинут на съезде партии «Яблоко» одним из кандидатов в президенты России на выборах 2012 года, но проиграл Григорию Явлинскому. В 2016 году кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Яблоко».